Доброе утро, мои дорогие друзья. Пройдемся сегодня немножко по саду. Сейчас это впереди роза эльф после обрезки. Дальше идет Golden Girl плетистый. Red Rosarium Jutersen. Compassion. Такая Compassion в этом году. Раскрылась полностью Эден Роза. Ну вот ее дождь. Видите, как она тяжелые бутоны. И они вон ломаются. Я уже срезала их очень много. Вот такой куст получается. Видите, на одной ветке сколько бутонов. Раскрывается Эрик Таберли. Красивенные бутоны. Он не раскрывает полностью свои бутоны. Вот они вот так вот стоят. Элоди Гюзо, полная такая, многоцветковая, многолепестковая. Вот такая. Эти там же эти отцветают, а эти. И после дождика немножко не ахти. Помпанелла верхушка. Такая помпонелла. Сразу перехожу на Red Intuition. Коричневыми мазками. Ринни Херхольд. Чайно-гибридные розы. Вот такая крупная. В этом году по одной штуке. Обычно у нее очень много на одной ветке. Может быть, будет повторное цветение. Вот такая красавица многоцветная. Фредерика Шопен. Первый бутон. Все уже цветут, а она только начинает. Тут. И тут такая. Ну, будет еще бутонов много.
Интересно раскрылся бутончик молоденький. Double Delight. Принцесса Фарах. Красотулечка. Бутончик какой раскрыла свой.